На избирательном участке номер 6 на улице Революции с самого открытия наблюдалась активность. Люди шли голосовать в приподнятом настроении. Высокая явка была и среди молодых людей, проживающих в этой части столицы. Здесь, как и на многих участках, создавались очереди. Многие приходили на выборы с детьми или внуками. По спискам составляют 1557 избирателей. К 4 часам проголосовало 523 избирателей. Дополнительные у нас составили 47 человек. Сейчас готовимся к выезду к больным. Никаких нарушений нету, очень активно идут люди, особенно утренний отрезок до часу дня очень сильный был наплыв людей, избирателей. Избиратели проявили себя активно и на избирательном участке, расположенном в средней школе номер 10. К 3 часам из заявленных избирателей на участке свой выбор определили больше половины жителей. Народ активно голосует на нашем участке. Уже проголосовало на 15.00 158 человек. Все знают, что голосуют за будущее своей родины. 294, я извиняюсь, у нас по списку. Нарушений не было у нас. В дополнительные списки были внесены имена и фамилии тех граждан, которые находились здесь по долгу службы. Это наблюдатели и работники правоохранительных органов. Эльвира Тибилова, Заур Устаев, Лаля Кудоева. Информационный выпуск сегодня.